По земельному налогу 2 183 тысячи рублей, по налогу на имущество организации 677 тысяч, по страховым взносам 3 371 тысяча. Итог. Долг перед бюджетом области 6 миллионов рублей. Но представитель организации уверяет, статус безответственного неплательщика им присвоили неверно из-за неправильно составленных платежек. Образовались неправильный учет налогов в связи с неправильным указанием КБК в платежных поручениях в момент перехода, когда в 2023 году переходили на новые виды подачи информации. Сейчас налоговая инспекция проводит сверку расчетов. Начисленные суммы приведут в порядок. Комиссия советует подобные сверки счетов проводить как можно чаще. Это гарант того, что задолженность раньше будет обнаружена и как-то урегулирована. Наибольший долг 11 миллионов уже погашен, как и наименьший, всего 39 тысяч. Однако таких порядочных должников в разы меньше, чем безответственных. Они в собственных недоимках не заинтересованы. Диалог он особо не идет. По телефону обещал мне заплатить до комиссии, но вчера с ним еще раз созванивался. Без объяснений не успел. 22 неплательщика накопили 54 миллиона долгов. При подготовке к заседанию половину погасили. Работа будет продолжена. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».